Ассаламу алейкум, уважаемые братья. Сейчас Нурлан имам скидывает 400 тысяч тенге на аппарат. Аллах примет, иншаллах, наше деяние. Всем приветствую. Ассаламу алейкум. Вот три концентратора поступили. Только что приехали из Екатеринбурга. Сейчас поедем вручать в горбольницу. Всем вам рахмет, кто участвовал. На днях отправляли деньги в Челябинск. Пришел товар 135 кислородных конюль для подачи воздуха пациентам через кислородные концентраторы. Это очень такой дефицитный товар. И кислородные подушки. Сколько штук у нас? 16 штук кислородных подушек. Это сейчас вот поедем по больницам развозить. Пусть Всевышний примет вашу помощь. Всем рахмет. Ассаламу алейкум, құрметті қауым. Қазіргі қалалық бөлімде, ауруханада 8 кислородный подушка беріліп жатыр. Сіздің жиналған ақшаларыңызға 65 кислородный канюли. Заведующий терапевтическое отделение Дархан, реанимация, иә? Городской больницы. Дархан Асхатұлы деген біз ағамыз. Сол бір соған беріліп жатыр. Ассаламу алейкум. Құрметті Қостанай қаласының тұрғындары. Сіздерге қазіргі осы қиын қыстау кезеңде көрсетіп жатқан көмектеріңізге сонда бір рахмет. Осы келіп жатқан заттарыңыздың бәрі қазіргі таңда біздің ауруханаға өте қажетті заттар. Бұлар бір реттік қолданатын заттар, сондықтан бізде науқастар өте көп жатыр. Әкелгеніңізге рахмет. Міндетті түрде науқастарға береміз, қолданамыз. Көп көп рахмет сіздерге, мың алғыс. Халқымыз аман болса, сақтанып жүріңіздер, ауырмаңыздар, сақтамаңыздар. Рахмет, алларазы. Так, всем здравствуйте. Вот снова вручаем зам главному врачу областной больницы Ирине Николаевне по терапии. Значит, у нас 5 кислородных подушек и 60 назальных канюль. Мы это сейчас вручаем. И вот вам для работы, как говорится. Спасибо огромное. Сейчас все разведем по провизорным центрам. Будем работать. Огромное-огромное спасибо за поддержку. Это самое главное. Будет очень приятно пациентам. Самое главное врачам, то, что вы с нами, вы нас понимаете. Это очень хорошо. И это очень сильно поднимает дух и пациентов, и медработников. Спасибо большое. Всем приветствую. Старшая медсестра Ирина Александровна, значит, провизорный центр в Затобольске на базе психоневрологического диспансера. Вот вручаем ей часть, получается, поделили всем. Две подушки кислородные и катетер, вот, как это называется, канюли назальные. Так, хотела сказать слова благодарности. Большое спасибо всем за поддержку. В нынешней обстановке в нашей стране всем очень тяжело. И сотрудникам нашим, и пациентам, и вообще всем. Все переживают, все сочувствуют. Поэтому хотела сказать большое спасибо за поддержку, что вы нас понимаете, что вы нас поддерживаете. На нашей базе открыто более 100 коек в провизорном отделении. У нас 100 коек и 100 коек инфекционное отделение открыто. Концентраторы есть, да? И да, у нас есть всего два концентратора. На 200 человек, получается, да, да, на 200 человек. Угу. Потребность какая у вас, сколько надо еще? Ну, потребность еще хотя бы два концентратора, чтобы еще по одному на каждый этаж, угу, на каждое отделение. Ну, как бы, да. А состояние больных как у вас? Состояние больных, вы знаете, разное состояние больных. Угу. Есть кто нормальная, средняя степень тяжести, а есть кто и
нуждается в этом. Все, ясно. Ну все, будем иметь в виду.